Вот наша маленькая лягушка-рогатка. Сейчас она ест у нас индюшачьи сердечки. Когда подрастет, будем кормить рыбой. Или чем-нибудь еще полезным. Сама пока почему-то не хочет. Ну, приходится буквально насильно кормить, потому что у нее не срабатывает вот инстинкт. Им обычно, когда проводишь по мордочки кусочками еды, они захватывают, а наша почему-то не хочет. Приходится ей открывать ложкой рот и буквально вот заталкивать еду, и она потом сама начинает есть. Ну, ладно, главное хотя бы, что ест, в принципе. Уже подросла, была совсем малюсенькая, сейчас она уже такая у нас. Тинейджер. Да, зяба? Красавица наша.